В минувшее воскресенье 205 хабаровчан приняли военную присягу. Большинство из них – выпускники Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Более подробно в сюжете Анастасии Незнановой. Будет связано соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов. 135 курсантов Дальневосточного университета путей сообщения приняли военную присягу. Несмотря на непогоду, торжественная церемония прошла под открытым небом на плацу одной из воинских частей Хабаровска. Мы привели студентов, которые пойдут служить офицерами по контракту. То есть это так называемые офицеры кадра. Это кадровые офицеры, они будут служить в армии после окончания университета сразу. И в то же время здесь есть студенты, которые пойдут в запас. То есть они получат офицерское звание, но пойдут служить экономике нашей России. Помимо студентов, присягу приняли еще 70 солдат-срочников. Поздравить новобранцев пришли родственники и друзья. Мы сегодня приехали на присягу к племяннику своему с Приморья. Ну, мы считали, что каждый мужчина просто обязан послужить и отдать свой долг перед отчизной. Я за своего внука приехал посмотреть, как он принимает присягу, чтобы какой он станет дальнейшим настоящим мужчиной и защитником Родины. Гордость переполняет. Погодные условия мешают сделать хорошее фото, потому что неприехавшие родственники жаждут фотосъемок, видеосъемок. Поэтому вот в таких условиях, ну, мы очень рады, что этот день все-таки настал. С этого дня новобранцы вступили в ряды железнодорожных войск. Их первые подразделения были организованы в России в 1851 году в составе инженерных войск Русской императорской армии. Прежде всего, большое спасибо родителям за воспитание таких прекрасных сыновей России. Это защитники нашей Родины. Я уверен, что наши ребята, они всегда будут помнить и всегда знают о том, что они вышли и принимали присягу в городе Хабаровске. Хабаровские призывники получают направление на Камчатку и Курилы, в Приморье, Забайкалье и город Арзамас. Однако большинство будут нести службу в воинских частях нашего края. Анастасия Незнанова, Андрей Третьяков. Смотри Хабаровск.